Доброго времени суток, дорогие подписчики. Лучше кушать уши свиные. Фунтика. Поджарили. Первый раз, когда я готовил, я без соуса, а сейчас с соусом. Приятно пить их, кто кушает сейчас. Соусом. Соевым соусом намного вкуснее. Конечно, любитель, мне нравится. Нормально. Раз в магазине покупал, такая ерунда. Но я долго варил, конечно, чтобы помягче были. Потом прожарил. Две луковички, одна красная, другая. Обыкновенный соевый соус. И все. И вкусняшка. Даже восьмерка твердая здесь. Да, представь, уши. А пятачок тоже ел. Хотя в магазине что-то их нету. Как без огурчика. У меня же такой свежий петрушечка. Вроде уши, 150 рублей килограмм, что ли. Ништяк, будь все здоровы. Хорошо провести выходные без происшествий, без позитивности.